По легенде, учений пожар возник на втором этаже районной администрации. Сотрудники оперативно отреагировали на экстренный сигнал и покинули рабочие места, следуя инструкциям и плану эвакуации. В ходе таких тренировок нужно отработать взаимодействие всех служб, как при тушении пожара, так и при оказании помощи пострадавшим. Слаженно отработано, позвонили в пожарную охрану, приняли решение сами эвакуировать людей, развернули пожарные краны, объявили об эвакуации через громкую связь, использовали огнетушители. Наша задача была только приехать и потушить пожар. У нас сейчас пожары участились в связи с использованием печного оборудования, обогревателей, поэтому хочется обратиться к гражданам, чтобы на самом деле смотрели и не включали обогреватели, которые самодельные и умели пользоваться печным отоплением. С инициативой провести учения выступило руководство Адлерской администрации. Мы в течение месяца совместно с подразделением ЧС, пожарной охраны составим план-график именно в Адлерском районе и проведем аналогичные мероприятия на всех значимых социальных объектах, которые непосредственно имеют большое скопление людей. Также будут проведены такие же учения на всех объектах, в торговых объектах, которые находятся на территории нашего района, в целях обеспечения безопасности жителей именно при пожаре. Чтобы это предотвращать, надо уметь действовать, уметь обучать личный состав. В ближайшее время будет разработан городской план по проведению подобных пожаротактических учений.